Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – гуляш из курицы. Для горячего блюда гуляш из курицы нам понадобится куриное филе 140 грамм, морковь 80 грамм, болгарский перец трех видов по 40 грамм. Также нам понадобятся помидоры черри 60 грамм и 5 грамм чеснока. Первое, что мы проделаем, очистим филе курицы от кости. И избавимся от ненужных жировых отложений. После чего нарежем филе средним кубиком. Нарезали филе, а теперь нарежем морковь. Морковь мы нарежем также кубиком, только немного мельче, чем филе курицы. Приблизительно вот на такой кубик. Поставим в сковороду, чтобы она нагрелась, и добавим сюда 20 миллиграмм растительного масла. После того, как масло нагреется, мы обжарим в последовательности морковь, затем куриное филе. Пока масло нагревается, нарежем три цвета болгарского перца. Также нарезаем его средним кубиком. Зачищаем от ненужной перегородки и нарезаем, как и предыдущий, средним кубиком болгарский перец зеленого цвета. Добавим сюда зубчик чеснока, примерно 3 грамма. Сильно измельчать чеснок мы не будем. Нам достаточно его нашинковать. Масло нагрелось. Первый этап обжариваем красную морковь. Добавляем сюда чеснок и филе курицы. После того, как наше куриное филе будет почти готово, добавим цветовую гамму нашего болгарского перца.
А теперь самое время добавить специи. Следует подсолить. Щепотку черного молотого перца. Молотый кинзы. И красной сладкой паприки. И опять же все это перемешать. Куриное филе почти готово, добавляем нашу цветовую гамму. Немного обжарим и добавим томатного соку, чтобы у нас получился густой соус. Овощи почти обжарились. Добавим томатного сока. Примерно 150 миллиграмм томатного сока. На гарнир к этому блюду вы можете подавать рис, также можно подавать клёцки из теста или же картофельное пюре. Соус загущается. Еще немного и можно подавать. А пока наше блюдо доготавливается, мы подготовим ингредиенты, которыми будем декорировать наше блюдо. Для этого нарежем помидор черри на 4 равные дольки. И сюда же мы добавим 4 веточки петрушки. Выключаем. Наш гуляш готов. Выкладываем в наше блюдо, которое будем в последующем декорировать. Выкладываем все до последнего кусочка. Добавляем наши дольки черри. Веточки петрушки. Ну а сверху мы добавим пару листочков лука рязанца. Гуляш готов.